Я тут, на помощь! Хоть кто-нибудь, меня схватили! О, Кэтнэп! Что случилось, Дог Дэй? Будь осторожен! Сейчас вы узнаете, каково быть в чужой шкуре. Так, хватит. Время шоу. Спасибо, что спас меня, Кэтнэп. Глаз! О, нет! Что это? Что это? Работает. Мне плохо. О, нет! Что со мной происходит? Это ненормально. Ужас какой! Не может быть. Я что, котом стал? Круто. Кэтнэп? Что случилось с моим прекрасным телом? Как же паршиво! О боже, эй, успокойся! Ты шутишь? Да! О, надеюсь, Дог Дэй оценит мои старания. Кэтнэп, что это? Доброе утро, Дог Дэй! О, ты не Дог Дэй! Что? Ну, конечно, это я! О, невозможно! Как твои дела, Крафти? Пожалуйста, не ешь меня! Что? Я не верю! Чего? Дог Дэй! Я не... Крафти, посмотри на меня. Это же я, Дог Дэй. Я тебе не верю. Неудачник. Давай играть в пятнашки. Хорошо. О, кто тут? Это ты? Доброе утро, Дог Дэй. Хочешь поиграть с нами в пятнашки? Да, это будет... О, боже. Что такое, Буба? О, только не говорите мне, что... Ну, конечно же, я хочу поиграть. Кэтнэп! Сюда! Эй, вы куда? Это же я, настоящий Дог Дэй! Ты злой! Ты жалок! Что? Замолчи! Лови, девчаль! Идеально, да! Теперь ты! Ловлю, ловлю! Ну и дела! Я не неудачник! Ай, моя мордочка! Ай, прости, Дог Дэй! Зачем обижаешь? О, я тоже хочу поиграть! Кикин, нет! Мячик хочешь? О, нет! Да, спасибо. Видишь, я победитель. Ладно, ребят, ловите. Нет! Ай! Это не Дог Дэй. Я знаю. Бежим! Но, друзья, вы что, серьезно меня не узнаете? Круто! Привет. Матрешки-макарошки. Ты не видел Дог Дэя? Конечно, видел. Он там. Большое спасибо. Наконец-то я тебя нашла, Дог Дэй. А? Что? Кто это здесь? О, это всего лишь я. Кэтнэп? Приветик. Беда, на помощь! Иди сюда. Спасибо. Друзья, почему мне никто не верит? Он хочет нас обмануть. Да, заткнись, Кэтнэп. Ты неудачник. Думаешь, мы тупые? Да я никогда... А теперь вернем, как было. Вы же мои улыбашки. Ауч! Что? Что это было? О, боже мой! Ты заплатишь! Что? Значит, он настоящий? Дог Дэй? Да я вам весь день об этом твержу. О, нет! Он настоящий! Так это значит, что... О, нет! Слушай, вот! Это настоящий! Дог Дэй, спаси нас! А теперь, значит, вам помощь моя нужна? Да, именно! Боже, не буду я вам помогать, пошли вон! Дог Дэй, пожалуйста! О, нет! Куда же вы? Я же ваш лучший друг! Усы Аристотеля, услышьте нас, спасите нас! Ты единственный, кто может нас спасти! Что? Он что? Сожру! Боже, Дог Дэй, пожалуйста! Мне все равно! Ну, что мы можем? О, точно! Эй, погоди! Что еще, Пигги? Помоги нам и получишь пиццу! Пицца! Ладно, пора поставить его на место. Вам конец! Дог Дэй? Это твоим мерзким планом конец! Это невозможно! Ой, я сейчас описываюсь! Так это был ты! Умри! От меня почти ничего не осталось! Я могу спасти тебя, но стоит ли? Не поможешь? Они меня съедят! Я хочу, но не могу, потому что ты плохая! Понимаю! Но я не хочу умирать. Я так-то тоже не хочу. Просто у меня даже нет ног. Ладно, я тебя вытащу. Что ж, тогда прощай. Что? Ты мне помог? Я твоя должница. О, спасибочки. Что? Я их нашла. О, ладушки святы, надо валить. За ними. Мы окружены. Вот это мой. Я тебя съем. И как нам от них отбиться? Точно. Я пущу в ход ракеты. Хочу есть. Что это? А, нет. Иди сюда. Боже. Я тебе что, наггетс? Легкотня. Чего он в нас целится? Опс, переборщил. Ты победил их, мой герой? Да. Радуйтесь. Они все не отстают. Ну, я их проучу. Получи.
А теперь ты! Я тебя прикончу! Это вряд ли! За ними! Это плохо! Надо поторопиться! Тупик! Не бойся, я справлюсь! Ща! Ой-ой, патроны кончились! Кошки-картошки! Что нам теперь делать? Мимо них мы не проскочим! Не работает! Мамочки, все очень плохо! Я не хочу умирать! Беги отсюда! Я их задержу! Стой, стой, серьезно! Ощи! Теперь ты наш! Иди! Ладно! Ага, вижу цель. Отлично! Держится! Полетели! Где там Крафти? Ой-ой. Спасайся, я выиграю тебе время! Все в порядке! Не может быть! Пора прощаться! Спасибо, что спас меня! Нет! Как это могло произойти? Боже, мне надо уходить! Прости! Бедняжка, что это было? Пытать меня будешь? Нет, я ищу ее. Не подходи! Нет, погоди, не трогай меня! Ты видел ее? А, погодичка, песто в тесто, это же она! Ее зовут Крафти, вы знакомы? Да, конечно, идем за мной, она там. О, господи, придется расчистить путь. Осторожнее, это очень опасно. Проклятые твари, разве вы не знаете, что пора спать? О, боже, нечем дышать, скорее на стены! Отвалите от нее! Ты их прогнал! Теперь мы должны... О, мой бог! Она погибла! Я не успел! Крафти! Прости меня, я опоздал. Мне так жаль. Нет, это несправедливо. Мы сделали все, что могли, я дружок. Знаю. Это что за череп? Он похож Крафти. На меня. Стоп, что? Не меня ищете? Поверить не могу, она жива. Крафти! Я так рад! Иди к нам! Минутку, у меня есть подарок. Мои ноги! Офигеть, спасибо! Давай, надевай! Мы молодцы! Сынок, убери свою пырялку-ковырялку! Я беспощадный кровожадный зверь и слышать тебя не стану! Нет, сынок, не убивай! Я что угодно сделаю, только пощади! Что угодно? В чем дело? Кажется, ты сказал что угодно, папа. Что ты пытаешься сказать? Это! Что же ты? Я ж твой папка. Зверьки, сюда! Они тобой займутся. Ты так сильно меня ненавидишь? Ну, хватит уже. Убежничать! Вот так, держите его, ребят! Нет, неужели все так и закончится? Сработало. Помогите! А ты кто? Неважно, не мог бы ты потянуть за рычаг, пожалуйста? Мисс Делайт? Конечно, я вам помогу. Вот так. Ты меня знаешь? О, у тебя получилось, дитя! А теперь танцуйте! Что ты сказал? Ты снова его включил? Монстр! Слишком поздно! Кто здесь? Я все видела! У тебя большие неприятности! Это не то, чем кажется! Ну, я пошел! Поймай меня, если сможешь! Так скучно. Иди сюда. Так, куда теперь? Беги, не беги, я тебя из-под земли достану. Другого выхода нет. Куда он делся? Выходи. Он не мог далеко уйти. Верно? Эй, малыш. Я знаю, ты здесь. Не смей. Ничего ты боишься. Это плохая идея. Скажи это ему. Снова домой. Но ты уже знаешь, что будет дальше, Кейси. Хаги, остынь. Лишь когда остынет твое тело. Надо выбираться. Не торопись ты так. Умри, подруженька. Почему не открывается? А ты постучись. Живьем всегда вкуснее. Прощай, Кейси. Нет, этого не может быть. Ах ты злобный чертенок! Папа! Зверьки не смогли меня остановить. А теперь готовь попу к ремню. Это плохо. Конечно, плохо. Это мой шанс. Папуля, отстань. Иди сюда. Полундра. Ой, чуть не забыл. Я тебя сейчас... Глупая псина. А я-то чего? Ага, получил.
глупый папа. О нет, я маме расскажу. Да ну, а может ты лучше научишься наконец ответственности? Нет, папа, чего? Да ладно. Как ты смеешь? Это, по-твоему, адекватное наказание для ребенка? Прости. Молчать! Ну так я тебе сейчас доходчиво объясню. Ты зашел слишком далеко. Я все понял, милая. Да отстой. Ты лошара. Я... невозможно. Вот ты где! И чтоб не сбежал, как в прошлый раз. За ним! Он мой! Последние слова. Держи его! Тебе хана! Ща мы тебя разукрасим! Умоляю, не надо! О, да! Ты, как всегда, на высоте, красотка! Пора осветить этот мир своим видом! Согласен, ты прекрасна! Я слышал, ты любишь розы! Вот, держи букет! Спасибо тебе большое! Ну что за друг? Иди ко мне, милашка! Только не снова! О, а ты сильная! Я не буду целовать тебя за парочку цветов! Как насчет меня? То... подаришь мне немного своей любви, а, детка? Да, дорогой, я ухожу со своим парнем, пока! Парнем? Кэтнэп? Какого черта? Извиняй, пацан! Такова жизнь. Они понятия не имеют. Я этого не вынесу. Это чувство. Просто не могу поверить. Мы будем вместе. Я сделаю все возможное. О, где-то у меня здесь есть. Да, идеально. Значит, поцелуй. Подойди и забери. Вот, блин. Я со вчерашнего дня ничего не ела. Сейчас упаду. Кажется, у меня где-то тунец завалялся. Тунец? Это шутка такая? Мне плохо. О, боже мой. Твой любимый вкус. Ты запомнил. Конечно. Вот плохо пристала, но ничего. Спасибо. Кэтну. Погодь, детка, я покажу тебе трюк. Зачем ты это сделал? Это вот вообще не смешно. Ой. А, косточки, как здорово. Не сомневайся во мне, крошка. Ну, прости. А тебе пора уходить. Это еще не конец. Уже титры. Ты у меня самый-самый лучший. Кэтну точно что-то задумал. А? Листовка? Конечно, это его план. Должно быть, он выпал. Нельзя позволить ему сделать это. Я должен ее предупредить. Ты такой заботливый. Извини, если поцарапаю. Ты ж мой котенок. О нет, он ее убьет. Я не позволю. Любимый. Скорее, отойди от него. Он злой. Смотри, что он задумал. Нет, этого не может быть. Котенок. Стой, я понятия не имею, о чем говорит доктор. Он любит преувеличивать, понимаешь? Дай посмотреть. Неужели настолько плохо? Ох, блин, как неловко. Это было до того, как встретил тебя. Я был другим котом. Но теперь я изменился. Что? Благодаря твоей любви. Моя новая цель — стать лучшим другом всех и каждого. Правда? Моя любовь растопила твое холодное сердце? Теперь ты хочешь дружить и строить мир, а не уничтожать его. Какой ты у меня хороший. Не верь ему, он лжец, прошу. Прости, что сомневалась в тебе. Ерунда. Любимый. Обманщик, это еще не конец. Эй, ну послушай меня, он водит тебя за нос. Хватит, это ты врешь без конца. Нет, я пытаюсь защитить тебя. Стреляй в меня. Почему? Как ты могла? Я так тебя любил. Следы Кэтнэпа? Это что, кровь? Что он натворил? Надеюсь, он ничего не увидит. Прозвучит странно, но надеюсь, они еще немного побудут вместе. Не хочу, чтобы он переключился на меня. Что же ты скрываешь? Кость моя, друзья! Не может быть! Что случилось? Кэтнэп сказал, что охота почти завершилась! Это значит, он и ее заберет! Я должен его остановить! Котенок, что ты делаешь? Делаю, что люблю, охочусь! И без того, идиота, ты беззащитна! Теперь прощай! Догдэй был прав! Ты монстр! На помощь! Не утруждайся, он, наверное, рыдает в своей комнате! Давай сюда, я голоден! Кто посмел? А кто мог? Сейчас же перестань или добавить! Кто там? Догдэй, ты пришел! Хоть кончиком когтя трони, тебя ждет маникюр, кошак! Я не знала, что ты такой смелый и красивый! И меня во все одно! Добыча! Я тебя не боюсь! Скажи пока своим зубам! Догдэй, осторожнее! Я этого не вынесу! Что теперь будешь делать? Отпусти. Без игрушки не такой крутой. Как ты смеешь? Ты заплатишь за это. Пока все идеально. О, язык мой, враг мой. Ты у нас шутник? Сейчас посмеемся. Черт, помни это ради нее. Вот тебе сделка. Не сопротивляйся, я проглочу тебя, не жуя. Еще чего, пожуй это. Моя лапка. Сработало? Да, ты видала, что я сделал? Берегись, сзади, беги. Она от меня без ума. О, плохо дело! Не то
слова. Повеселился и хватит, нет, теперь жило. Нет, рыба! Он рисковал ради меня. Я его не оставлю. Чертовый. Ты блохосборник. Лжец плешивый. Хватит брыкаться. Уйди уже, оставь нас. Примите свой конец. Прилет, пошли. Ты в безопасности. Ты спас меня, мой герой. Ура, я люблю тебя. Хватит за мной бегать. Не бойся, я просто хочу немного поболтать. Фу, безопасность. Что они делают? Обожаю этот фильм. Эй, вы, тут разгуливает монстр. Что? Кто? Монстр? Он будет здесь в любой момент. Мы должны... О, нет, он уже здесь. Сделайте что-нибудь. Спокойно, дети. Привет. Извините, я опоздала на киноночь. О, это была ты. Вы ждали кого-то еще? Зарытые косточки. Она прекрасна. Давай к нам. О, это моя любимая часть. Да, герой такой крутой. Вау. Какая милая. Мы так близко. Интересно, что если я... Что с телевизором? Мы прерываем эту программу, чтобы сообщить. О? Он нашел меня. Бегите. Чисто. Мои друзья! Чуть не забыл про тебя. Эй, не трогай ее! Выглядишь вкусно. Держись, я спасу тебя. Идеально. Ты пожалеешь. Точно в руки. Приветик. Ты спас меня. Спасибо тебе, это было так храбро. Обычное дело для меня. Ты гавкалка. Вернись, черт возьми. Давай, быстрее. Ее лапка такая мягкая. Может, не все так плохо? Нам нужно где-нибудь спрятаться. Сюда. Эй, раз уж мы в безопасности... Ты такой милый. Я вам не мешаю. Что? А меня чмокнуть? Отстань! Ну уже, хотя бы в щечку. Должно же быть что-то. О, я знаю, что делать. Шоу окончено, чудило. Получилось. Это было так клево. На чем это мы? На самом интересном. В школе такому не место. А вы кто? Здравствуйте, я мисс Делайт. Новая стричка? Мне придется вас дисциплинировать. Косточки! Тише, урок будет быстрым. Надо уходить отсюда. Вместе. Эй, вы вообще слушаете? Вернитесь, это для вашего же блага. Подумайте об учебе. О, я вас уже догнала. Амар, твой выход. Я! Вперед! А? Осторожно! Я! О, какие вы негодники. Где она? Готова, дорогая? Мисс Делайт, прошу, не это надо. Это воспитание. Наглая ребятня. Я жива? Догдей. Ты в порядке? Да, снова благодаря тебе. Я сделаю это опять и опять. Покажи еще разок. О, нет. У тебя хороший вкус, песик. Убери от нее когти, драный кот. Или я их уберу. Догдей. Не волнуйся, детка, сейчас все решу. Какой смешной. Присядешь не свою очередь. Не очень светлая идея. Нет, Догдей. Помоги мне. Отпусти ее, ты... Вставай, я знаю, ты можешь. Я должен спасти ее. А? Где же я? Догдей? Я одна. Неправда. Мы пришли. Что происходит? Аппетитные глаза, чурмаи. А ну стоять. Догдей. Сюда. Лад перелад. Как ты посмела? Ты вернулся за мной. Ты просто лучший. И не вставай. Теперь ты запомни это слово. О, ты такой отважный. Ты меня вдохновляешь на поступки. Ладно, герой, как насчет такого? Нет! Я собирался тебя пожалеть. Но раз ты продолжаешь мне мешать, очевидно, ты хочешь проблем. Больше ничего не могу. Не переживай. Догдей, сопротивляйся. Было весело, и кажется, я люблю тебя. Что? Ты серьезно? Прощай. Мы можем его разделить между собой. Только он должен немного посодействовать. Ты делаешь ему больно. Сейчас пройдет. Какую половинку хочешь? Ты? Что ты наделал? Упс. Виноват. Догдей, я не смогла спасти тебя. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Это еще что такое? Догдей, я не спасла тебя, но обещаю, я отомщу. Что? Что происходит? Ладно, ты получишь по заслугам. Это за то, что ты сделал с Догдеем. Нет, моя любовь, это еще не конец. Эй, готовься, шерстиглот! Хочешь поиграть? Заткнись и дерись! Давай, лети ко мне, прямо в лапы! Ты уже проиграл! Не возвращайся, чертов кот! Что это за скорость? Улетай! Наконец!
наконец-то! Это место будет лучше без этой рыбной косточки. Догдей, прости меня. Если бы я изначально была сильной, мы были бы вместе. Ой, какой милашка, только посмотрите на него! У меня сейчас выпрыгнет сердце из груди! Окей, этих батарей должно хватить, чтобы запитать дверь. Вставляем сюда. Надеюсь, сработает. Да, получилось! Теперь осталось... В жизни еще красивее! Кто там? О, странно, мне показалось, я кого-то слышал. Ну и ладно, последняя. Начинаем вторую фазу. Я так долго к этому шел, но теперь я готов. Посмотрим, что ждет впереди. Игрок, дорогуша, давай поужинаем вместе. Мисс Лайт! Не подходите ко мне и давайте без этого! О, моя голова! Зачем ты так? Куда ты убегаешь? Вернись! Почему вы меня добиваетесь? У нас слишком мало общего. Давай, давай, надо добежать до следующей двери. Что? Закрыто? Помогите! Игрок, у меня для тебя сюрприз! Ну же, должен быть выход отсюда! Смотри, я взяла для тебя цветочки! Прошу, сработай! Любимые! Трус! Не принял их! Они так хорошо пахнут! Почему? Да, оторвался! До свидания, мисс Делайт! Пусть поужинает своими цветами! Серьезно? Снова вы? Игрок, бабочки в моем животе требуют хотя бы один маленький поцелуйчик. Страшилище какое! Перестаньте со мной бегать! Значит, будем по-плохому. Ты будешь моим, игрок. Только моим. Что это было за чертовщина? Ее губы были так близко. О, дверь открыта! Игрок, ты же не выход ищешь, да? Мисс Делайт, ну хватит уже. За что вы меня так мучаете? У нас с тобой есть незаконченные дела. От меня так просто не отделаться. И еще чего? Нам суждено быть вместе. Ноги, бегите быстрее! Ко мне, мой пупс. А, через мегафон вы были милее. Оставались бы в нем, они закидывали меня любовью. Я просто хотела встретиться лично. Время следующего этапа наших отношений. Открой! Сдавайся. От любви не убежишь. Я еще в поисках себя. Что я еще могу сделать? Ничего, прошу. Стой, игрок. Дело в лице, да? Подождите, нет, это не из-за вашего внешнего вида, мисс Делайт. Посмотри, я не всегда была монстром. Это вы? Конечно, я! Мне очень жаль. Давайте я заряжу эту штуку, и дверь откроется. Да, спасибо тебе. Просто я, простите, я не могу. Нет, почему? Вы больше не та девушка на фотографии. Внутри я все та же. Нет, я так не думаю. Ладно, ты сам этого захотел. Да, впереди конец уровня. Ты нехороший человек, игрок. Как вы выбрались? Ты судишь меня по тому, как я выгляжу. Я устала быть отверженной. Трус. Нельзя заставить любить мисс Делайт. Еще как можно, и я заставлю. Это не пламя любви, это жаркое прощай. Так что пока, психушка. Эй, нечестно! Мы были бы счастливы вместе, но ты боишься любви! Я боюсь вашей съехавшей крыши, я сваливаю! И больше не подходите ко мне! Я не дам тебе так просто уйти, особенно после всего этого! Все кончится здесь, я закрываю дверь! Не делай мне больно, пожалуйста, дай мне шанс! Нет, я не... Мисс Делайт, прошу, не плачьте! Ты разбил мне сердце! Нет, я не хотел! Я просто... Я должен закрыть дверь! Что? Ты глупец! У тебя был шанс убежать. Я тебя прикончу. Вниз. Прощай. Нет, игрок, открой мне. Прощайте навсегда. Мисс Делайт. Он тебя найдет. Пожалуйста, отстань. Да ладно, я придумал новую игру. Я не хочу с тобой играть. Черт, Кэтнап, что ты хочешь от меня? Что не так, доктор, и почему ты бежишь, как угорелый? Кэтнап, давай поговорим. Мне плевать на твои слова. Что подумают остальные? О, не беспокойся. На них у меня другие планы. На твоем месте я бы беспокоился за свой хвост. Красный газ, остановись. Нет, прошу, во имя закрытых косточек, отпусти. Осталось только убедиться, что ты не убежишь. Нет, Кэтнап, не надо! Аппетитные ножки. Мои ноги? О, нет! О, не кричи, больно не будет. Что это было? Кто там кричит? Этот крик был будто из страшилок. Жуть какая! Что случилось? Я связан? И какие у него на меня планы? Мои ноги. Каким монстром надо быть, чтобы совершить такое? Он правда сделал это.
Мне конец. О, ребятки, ребятки! Кто его пригласил? Вижу, вы мне рады. В любом случае, мне нужна ваша небольшая помощь. Рад, что вы все решили мне помочь. Итак, кто голоден? Мы! Помираем с голода! Док, ты уже ждет вас за столом. За мной! Звучит здорово! Звук был отсюда. А что с тобой, дружок? А тебе-то что? Выглядишь ужасно. Надо найти способ помочь ему. Просто оставь меня, он скоро вернется. Эй! А? Пить хочешь? Держи водички. Ладно. Да, пей. Хороший мальчик. Вот эту жажду. Оу. Рад, что тебе нравится. Спасибо. Дождаться не могу, попробовать торт или нет? Молодец, дружок. Уже лучше? Хорошо, хорошо. Так пить хотелось. Я знаю, что тебе понравится. Смотри, что я тебе принес. Как ты узнал мое любимое блюдо? Я так и думал. Скорее, ребят, я есть хочу. Все точно по плану. А тебе нравится, да? Какой хороший мальчик. Может, тут игрушки есть? О, ты вернулся? А что? Обед здесь, ребят! Налетайте! Что? Какого черта вы творите? Эй, вы зачем так с ним? Умоляю! Слезьте с него! Какие злые штуковины! Эй, а ну перестань, ты не слышишь? Это гипноз Кэтнепа. Уходи, пока не поздно. Друг, даже не думай. Я защищу тебя. Хорошо. Буду стоять на страже и освобожу, как только будет шанс. Друг! О, нет. Вкусно. Да, ты смог. Я же сказал, что помогу. Этот человечишка, я покажу, что случается, когда ты портишь мои планы. Немного газка не повредит. Пока я здесь, никто тебя не тронет. Я чувствую себя странно. Игрок! Какая опасная игрушка. Кэтнеп! Ей можно и навредить кому. Надеюсь, ты не против, что я ее заберу. Что ж, тогда и продолжим пир. Давайте уже. Будет вкусно, время есть. Не надо, мы же друзья! Что случилось? Как вы можете так поступать? О, блин, подожди, я спасу! Что? Что случилось с моими руками? Дружок! Хотя бы мне тебе надо бежать! Бежать! Что? Хотя я в порядке, но так хочу есть! Ты хотел мне помочь, так иди сюда! Дружок, что с тобой? Это же я! На что я наступил? Огненная рука! Ну же, игрок, зачем все усложнять? Больно не будет! Не заставляй меня, я не хочу стрелять в друга! Ты! Я тебя, игрок! Я взял контроль ненадолго! Это ты? Значит, я могу спасти тебя? Вернуть тебя в норму? Нет, я не могу их сдерживать долго! Игрок, ты должен сделать это! Прекрати мои страдания! Что? Дружок, я не могу! Пожалуйста! Тогда мы съедим! Игрок, у нас нет времени! Я не могу, черт возьми, мы с тобой друзья, это неправильно! Это было недолго, но я провел каждую секунду с тобой с удовольствием. За долгое время здесь ты единственный, кто так хорошо ко мне относился. Ты божественно чесал мне за ушком, прямо профессионал, так что не грусти. Ты подарил мне лучшие моменты жизни. Я не могу представить лучшего конца, встретив такого хорошего человека. Я уйду с прекрасными воспоминаниями. Игрок, мой друг, прощай. Плечи отваливаются. О, черт! Мы видим тебя, Док Дэй. Вот черт, надо выбираться. О, нет. Вы проголодались, ребятки? Время обеда. Бабла, умели, назад, прочь. Давайте по очереди, он ведь наш. Потрошка. Не смейте, хватит. Это будет весело, места на всех хватит. Стоять, мерзко. А, ты? Бесчувственная тварь. Они копошатся. Ты ничего нам не сделаешь. Это мы еще посмотрим. Мое ухо. Раз, два, вот так. Я их поймал. Охота окончена. Вы вернетесь туда, откуда вылезли, и там оставайтесь. Ты спас меня. Делов-то. А теперь самое интересное. Да нет. О, как хорошо. Не бойся, я тебе позабочусь. Будет немного больно. Нет, хватит боли, прошу. Поверь мне, я все исправлю и верну тебе твои ноги. О, ты сохранил их, ты лучший. Да, я такой. Начнем. А теперь расслабься и приятных снов. Какой странный сон.
Но мои ноги, и они работают. Это лучший день в моей жизни. Спасибо, Кэтмэн. Это меньше, чем я мог... Кто там? О чем это ты? Думаешь, ты самый умный, но все, ты меня разозлил. Где ты прячешься? Я научу тебя манерам. Приветик, ты что, слепыш? Не может быть. Опять ты. И на этот раз я не боюсь тебя, котяра. Убери от меня свои хваталки. Вот черт, промазал. Попался. Прокололся. Так и есть. Подойди ближе, трус. Я не могу. Как на рыбалке. Я гораздо хуже Крюгера. Я же говорил тебе, не зли меня. Черт, что это было? Нет, не подходи. Делу время по тихий час, как говорится. Как считаешь, что из этого тебя ждет? О, я думаю, можно и совместить. Чудовище! О, точно! Это вариант! Совмести лучше мозги со своей башкой. Пока-пока! О чем ты? Черт! Дебильный чел! Как ты это сделал? А не надо было меня недооценивать. К тому же, посмотри на это с другой стороны. Теперь ты будешь полон энергии. Что это? Нет! Больно! Не надо! Прошу! Помоги! Я горю! Прости, Кэтнап, но на этот раз тебе придется заплатить за ущерб своей жизнью. Больно! Помоги! Ну хватит глупых игр! Поверьте мне, я вылечу тебя! Нет! Я не хочу! Я исправлюсь, обещаю! Не трожь моего друга! Мы же друзья, да? О, конечно! Осторожно! Отцепись, ты чертова собака! О, боже! Тебе нужна дрессировка! Ну попробуй! Я тебя... Чертова железка! Ты мне больше не хозяин! Хватит! Кэтнап, держись! Страдай! Твой плюшевый друг тебе не поможет! Что? Думаешь, ты сможешь нас победить? Ты все испортишь! Уйди с моей дороги! О нет, сбой системы! И не возвращайся! Кэтнап, ты как? Я в порядке, но ты ранен! Ничего страшного! Я помогу, это моя вина! Я не должен был его слушать! Ты спас меня, мой друг! Дружи!